Падение снега как основание для уголовного преследования. Налет с крыши дома номер 6 по улице Новая упало на 17-летнюю девушку. ЧП произошло 12 декабря, когда пострадавшая шла на учебу. К счастью, обошлось без серьезных повреждений. На месте ей оказали необходимую медпомощь. Обслуживанием злополучного дома занимается управляющая компания «Вознесенск». После соответствующих проверок Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Теперь виновному грозит до 2 лет лишения свободы. Стоит отметить, что такое строгое наказание применяется в исключительных случаях. В прошлом году в аналогичных ситуациях суд штрафовал безответственных коммунальщиков на 150-200 тысяч рублей. Уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление лица, непосредственно ответственного за содержание общего имущества дома 6 по улице Новой областного центра и производство работ по очистке крыши здания от снега и наледи, а также сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.